Итак, ребят, сегодня у нас на рассмотрении вот такая вот большая штука. И, как вы уже поняли из названия, эта штука касается конкретно того, что можно надеть на спину, либо вот сюда. Это рюкзак, ребят. Это рюкзак, который по высоте 36 сантиметров. Я специально долгое время себе подыскивал нормальный, хороший рюкзак. И вот пришел именно к вот этому. Сейчас мы его скроем и посмотрим, что к чему. Что хочу заметить. Вот здесь посылка уже надорвана, открыта. Вот. Несмотря на это, давайте ее дорвем. Запайка действительно была не совсем качественной, поэтому, может быть, и само по себе и открылось. Итак, вроде бы никаких... Да, ничего нет, пакет пустой абсолютно. Ну что, сама сумка, она вот в таком состоянии, приходит вот в таком пакете. Мы его тоже вскрываем и будем уже смотреть, что к чему. Итак, ребят, хочу рассказать коротко предысторию моей вообще, в принципе, ситуации по этому рюкзаку. Боже, какой он классный, какой он приятный, классный, очень хороший. Итак, ребят, у меня дело в том, что я живу в Крыму, в Севастополе, и у меня большая проблема сейчас, как вы знаете, заказать на AliExpress, потому что, в принципе, сейчас нет возможности крымчанам заказывать именно с апреля месяца, заказывать себе какие-то товары. Поэтому единственным для себя выходом я нашел личную связь непосредственно уже с владельцами магазинов на AliExpress и постараться с ними как-то договориться и найти именно того продавца, который заинтересован в совершении покупки, совершении, вернее, сделки. И я нашел такого продавца. Это оказалась очень приятная женщина. В конце концов, мы договорились, что она супер женщина, потому что когда она все-таки сделала отправку мне этого рюкзачка, я сказал: ну ты супер мужик, ты супер мужчина, ты классный, ты сделал то, что не могли сделать другие. Она говорит: все хорошо, но я, конечно, говорит, извиняюсь, но я не супер мужчина, я супер женщина. А вот такая маленькая предыстория. В общем, до Крыма из Китая, из Шэньчжэня, непосредственно этот рюкзак шел целых 15 дней. То есть это очень и очень мало. Итак, форм-фактор. Давайте посмотрим более близко, что такое, что это за рюкзак, почему я ее взял. Ну, во-первых, потому что по высоте у него 36 сантиметров. Это достаточно много, грубо говоря, да, достаточно много, и с другой стороны достаточно мало. То есть я не хотел себе брать какой-то большой рюкзак, в который поместилась бы, ну, вся моя квартира. То есть мне это не нужно. Я бы хотел вот так вот эту сумку взять и, ну, не знаю, перекинуть через плечо, там что-то накидать туда каких-то, ту же самую камеру закинуть, батареи закинуть, какие-то аксессуары, и просто кинуть в машину, и все. Чтобы это не был вот такой, знаете, как советские рюкзаки там. В то же время сейчас я смотрел в интернете очень много, ну, на AliExpress очень много продается рюкзачков, но это не такие рюкзаки, это вот такая фигнюшечка и такой здоровенный ремень. Ну, то есть это тоже никуда не годится вообще. И прежде чем я выбрал именно этот рюкзак, я пересмотрел очень много рюкзаков. Итак, что мне в нем еще понравилось? Мне понравилась в нем вот эта вот система. Я просто его еще не вскрывал, даже не знаю, что к чему. Вот, смотрите, какой у него сам ремень. Он, я думал, что он будет плотнее вот здесь, вернее, толще по толщине. Вот, но он оказался не толстый. Вот, однако, здесь, смотрите, здесь можно положить мобильный телефон. Давайте я сейчас возьму мобильный телефон. Смотрите, телефон у меня iPhone SE. Итак, iPhone SE, сами понимаете, что это небольшой телефончик, что это маленький телефончик, и вот как он входит. Но если мы подумаем, ну, посмотрим, что примерно вот так вот это должно быть, то, в принципе, телефон находится, ну, на груди. Конечно, может быть,
с точки зрения здоровья это не очень хорошо, но с точки зрения туриста это, в принципе, достаточно классно. Кроме того, не обязательно в это отделение можно, ну, использовать под телефон. Сюда можно класть обычные банковские... Нет, не советую. Банковские карты нет, можно класть какую-нибудь там проездной билет. Что-то в этом роде. Итак, как вы уже поняли, я первый раз я покупаю такие рюкзаки, такой рюкзак, поэтому я вообще не в курсе, что к чему. Итак, здесь у нас, смотрите, большущее отделение. Зачем-то здесь сделана липучка. То есть можно что-то сюда прикладывать, что ли, хрен его знает. Очень большой этот большой карман. И кроме того, он создает комфорт. Дальше, он здесь не на этом, не на липучке, он на, как это называется, заклепка там или... Вот, чтобы не делать слишком много. Дальше, вот здесь вот у нас есть тоже такое какая-то вот штука, наверное, чтобы ремень продевать, я точно не знаю. Затем, как вы уже увидели, есть вот такие штуки, ремни, которые соединяются пластиковыми карабинами, и вы можете носить рюкзак как вот таким образом, вот так. По-моему, классно. И также вы можете носить рюкзак вот таким образом. Значит, я человек большой, под 190 сантиметров. Вот, и мне нужно сделать вот так. То есть, если мы туда что-то положим, это потом я разберусь. Но в целом вы понимаете саму картинку. Я хожу вот так. Буду ходить вот так, во всяком случае. Мне комфортно, мне удобно. Я могу положить хоть вот здесь его рюкзак, хоть через плечо, хоть через другое плечо. Все отстегивается. Давайте посмотрим, как это выглядит здесь. Еще раз повторюсь, мне не нужен был большой рюкзак. Я специально стремился купить себе рюкзак и небольшой, и не маленький. И чтобы в самолет с ним, и в машину. Ну, то есть так, чтобы это было действительно удобно, комфортно и приятно. Давайте с вами еще... Как он тут отстегивается-то у меня? Раз, два. Ну, давайте посмотрим еще... здесь пластиковый карабин. Убираем. Значит, смотрите, здесь у нас одно. Один карман. Здесь у нас... И все это не основное. Посмотрите, какие здоровенные карманы. Здесь находится карабин. Скорее всего, это для ключей там или для еще один. Была рекомендация, я смотрел, я читал по комментариям, была значит, рекомендация сразу поджечь эти ниточки, чтобы не распускался. Итак, ребят, следующий. Вот этот большой карман, он достаточно большой. Тоже здесь везде липучки, то есть, наверное, еще можно сюда что-то наращивать. Карман сам по себе небольшой, но опять какие-то карманы, какие-то резинки, какие-то деления. То есть, ну, посмотрим, посмотрим. Так, молния. Молния, ну, молния, я бы сказал, по пятибалльной системе молния выглядит на 4 балла. Ну и основной, давайте посмотрим на основной, что из себя представляет основной карман. Значит, он достаточно большой, обильный, прям можно сказать. Давайте. Вот так это раскладывается. Какая-то здесь, опять липучка. Опять здоровенный карман. Ну и здесь можно положить что-то. Давайте я сразу посмотрю относительно... Вот, видите? Это какой-то непромокаемый материал. Здесь сразу опять дырочка, чтобы если у вас что-то пролилось, чтобы оно сразу ушло. Значит, вот здесь вот какие-то, конечно... Качество пошива, ну, тоже из 5 баллов, наверное, на четверочку. Но в целом ничего сложного, ничего серьезного. Все можно починить самому, в конце концов. Вот примерно так. Это с этим, конечно, нужно будет разбираться еще. Смотреть действительно, как этот рюкзак будет на мне. Потому что я не видел, как он сидит на мне. Я вот только при вас его вскрыл. Вот, и для меня как бы очень важен сам форм-фактор, насколько он будет интересен. Значит, молнии, ну, здесь молнии, я думаю, нормально. Если что, специалисту можно отдать, он сделает. В общем, вот так. Единственное, конечно, мы можем вот переставить. Давайте попробуем переставить. И вот так.
То есть можно рюкзак носить спокойно вот таким образом. Естественно, здесь все затягивается. Вот, и все, и спокойно носите. Вот примерно так. Ну а на сегодня это все, ребят. Кому интересно, обязательно пишите ссылочку. Вернее, просите ссылочку у меня. И первый, кто попросит ссылочку, естественно, я ему ее дам. А все остальные уже будут по этому запросу смотреть, к какому человеку можно обращаться в Китае, чтобы получить такой классный рюкзак. На этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. Я буду расценивать это в качестве подарка или награды, там, как уже хотите. Ну, это на этом все. Давайте все. Спасибо. Пока-пока. С вами был я, Дмитрий Яковлев. И еще раз, пожалуйста, друзья мои, не забывайте подписываться на канал. Всем удачи. Пока.